Всем привет! Это Сэйнт Радио и ведущий Сэйнт Советник. А мы начинаем. Так, ready, короче. Опа, а чё пошло? Тут люди не включились. Павлик? А, включился. Кто не включился? Всё, давай, ошибка. Включай, всё, ништяк. Так. Короче, у меня этот самый, походу, на конце гонки какой-то там упанула запись. Сейчас посмотрим, это до скольки продержится. Я, короче, на мустанге покатаюсь. Смело. Смелый парень. Блин, я же КТМ хотел, ё-моё. Ну ладно, еще придется одну трассу проехать. Можешь так-то три проехать еще. Картам, где хочу покататься. Последний, блядь. Было. Ладно, сейчас будешь первым. Да-да-да. Ребят, по-моему, все на одинаковых машинах. И все, блядь, тишина нахуй. Тишина в эфире. Надо советника как-то смешить. По огородам. MGT-29, это единственное. Я пойду. Это она напрямую, это хорошо, по поворотах. Ё-моё. Река. Ёшкин кот, а? Все так за мной, да, тоже? Молодец. Хорошо, все под контролем. Держим шестую позицию. Наши профессионалы помолчат даже в эфире. Классно. Ну а чё, они сосредоточены. Это пасмурная дуречка, только не хватает. Кошки-ко. Не дам проехать. Твоим прозрачным гладом перекрою тебе дорогу. Мы еще побоимся. Братья, и то двух инвалидов. Вот так тебе. Ох ты, ё-моё, вырвало. Танк ты, давай. Ой, бля. Как всегда. Чего тебе говорить? Подайте кто-нибудь ведро мне выжать руки, пожалуйста. Ой, так сильно, это у меня совсем будет не пидать. С той позиции. Я тоже хочу быть на шестой. Борьба будет до последнего. До последней бензина, капли бензина. Да, до последнего куска резины. Выигрываю
КТМ, конечно, синий красавчик, вообще быстро едет. Рулем. Видишь, что ли, КТМ? И похоже, дело чат отрубил, чтобы, не дай бог, не потратно с тем напряжением, что ли. Я даже умудряюсь отрываться. Вообще жуть. А что-то ты там подостал, ладно. Да, блин, это там не твое. Сообщение прилетает. Лёкса, на сообщение, у тебя есть шанс. Я за это, в огород улетел. Там шанс, шанс, это хорошо. А я... Чё, где? Гони, они пытаются. Тебе буксировочный трос кинуть, что ли? Да, давай. Не откажусь. Идёт? Вот на поворот. Эй, каналья! Да-да-да! Эй, блин, сука смертная, с вами так будет. Она бы в Horizon была. Horizon так будет. Там интересно, там, конечно, постели большие, там нет такого накала с костей. Чкам нужно быть этим. Блять. О, советник назвал. Просто такая краткая сестра Таланта, блядь. Это говорит о том, что там что-то пошло не так. Да, что-то пошло не так, блядь. Просто советника набирают. А нам с тобой пиздец. Да, он самый, блядь. Победил-то хоть? Ферос. Блядь, ну какое время опять у всех? Ёбаный рот, а? Пару просранных поворотов, блядь. Охуенно. 2-0. Ну так можно сказать про любого игрока. Лучше было, пиздец. Ребят, как я вам не завидую, блин, вы столько нервов тратите. Да это же прикольно, ты чё, блин. Зато сколько азарта, а? Конечно. Ай, сколько азарта, блин. У меня вспыхнуло, и руки так никогда не тряслись. Вы там слишком перенапряженно ездите. Ребят, расслабьтесь, получайте удовольствие. Удовольствие мы будем во второе, в Horizon получать, да. Но он за Сенсу ехал вперед прям. Его даже смс-ки не отвлекают. Нельзя. Иди отсюда. Так, сохранить повтор. Димон напрягся, я думаю, слегка напрягся уже. Вам понравился дизайн. Отличный дизайн. Испытание. Фуф-фуф-фуф-фуф. Да, жесткая тема, конечно, хули там сказать. Что я делаю среди этих отцов Форзы, бля? Так. Знаешь, я тоже не знаю, что там делаю. Вот что мы с тобой тут делаем, бля? У нас соревнование, у нас с тобой это, блин, хедзап. У вас там свое соревнование, походу. Мы вообще тут параллельной вселенной как будто ездим, знаешь, там... Вот у них там своя атмосфера. На Нюрнберге я с вами буду, не бойтесь.
Не, ну там пятый тоже, мы еще можем еще третьего с тобой там привлечь, там кто-то пятый еще ездит. Кто-то пятый ездил. То есть кто вас дерет постоянно, агроном? Нет. Ферус. Ферус Бук? Ага, он самый. А он в чате, нет? Ну он с нами вроде. Да, да, я здесь. Таинственная шапка. Дери их, я за тебя болею. Главное советника надери, это самая главная цель. Злой ты человек, недобрый нихуя. Вот чё на Сильверстоун я надеялся, врать не буду. Вот думал там выиграю, блядь, сука, не вот там. Так вот на чё и не надеюсь, как только вот на этот раз. А то есть ещё более-менее, а вот это вообще оттав. Давайте, а последний номер будет, да? Да. Сколько еще? Сколько у вас раз? На самое вкусное оставил, блядь. Перед Нюрнберг рингом давайте паузу там замутим. Часов так 8, блядь. Да, бля, потому что она ебать длинная, нахуй, там надо сходить конкретно пописать, там вся хуйня. Там конкретно затариться там надо, слышишь? Да, я надеюсь, ты там не 5 кругов на Нюрнберг поставил. Не-не, там 2 круга, 2 круга Нюрнберг. Короче, у них 2-1 на первое, второе, у нас... Так, ну я не понял, у нас пауза где? На Нюрнберге и здесь, какого хера, я не понял. Давайте, Икс. Ман, сколько у тебя еще трасс попадет? Стой, я монетку кидаю. А, ну еще это и еще одна, все как бы. А, ну все, замечательно, как раз. Что за машину, блядь, взять? Вот и монетка, ебать. Засплю за рулем, ребят, давайте. Нельзя ездить. Андрюха! С богом, блядь. Пиздец, меня бесит эта трасса. Нельзя, блядь. Я прям, блядь, кумарит от нее, хуй узнает. Вчера ли, до ночи, блядь, 4 часа нахуй я только с этой трассы, блядь. Бесявой трассы, я так сказал бы. Так, ну что, удачи. Ну, тоже бумер. Спасибо, взаимно. Да, взаимно. Тоже Виталий есть? Да там в чате еще Виталий есть. Это ты писал, нет? Вот меня Виталик приглашал в эту фигню. В эту как в чемпионат, турнир, как это называется. Да, турнир. Фу-фу-фу-фу-фу. Да, так жарко не было еще никогда, блядь. 5 Батхурс, что ли, этот? Что значит опять? Эту трассу надо было немножко переименовать, назвать ее Батхёрц. Вот это более правильно. Это просто неуч писал, поэтому это, в принципе, буковку. Да-да, Батхёрт, в принципе. Ну и там А на У, значит. А в принципе, нормально. Ладно, поедем на картинге с ветерком. Ладно, хочешь? Немножечко 20 секунд славы на вас посмотреть. Наши чемпионские задницы. Че видно? Это я вижу. Что какой-то херня, а уже ничего не видно. Я тут просто по прямой в степь. Это смешная звука. Ай-яй-яй-яй, спокойно, блядь. А, блин. Жалею, здесь еще и последний. Чё как? Люблю вот этот серпантин. Да я просто пожар. Эй, привет. Я тебе сегодня не хочу. Решу тебе выхлопную трубу. Да. Ну, твою ж по голове, а. Три сексуальные задницы. Ладно, обогнал.
ничего, я тебе сейчас пригоню. Это уже время. Ой-ой-ой. А вот теперь у меня заклинила кнопка переключения, блядь. Что, этот, блин, КТМ по прямой-то ни хрена не утягивает. Ты там флэм на полный парах меня нагоняет. Все? Привет, шестое место. Это был косяк. Я что-то и разогнался. Ты же говоришь, что мне отгоняется. Подожди, еще не все потеет. Да. А только началось. Посмотрим. И круга, да. Те, кто едут на первом месте, там неинтересно. Весь замес здесь. Весь замес здесь. Интрига на шестой, если шестой, седьмой. Нет. Блять. Так что ты действительно стыдишь самое интересное. Сука. Это фигня происходит. Ну ладно. Там, блин. Игонщика, блин. Одного звука. Сука. Кто-то полотенце рядом лежит, оптом стирается. Там, наверное, это там рядом группа поддержки сейчас оптирает. А вообще девочки, да, такие. Пенят! Да что за хуйня? Это черлидеры. Да-да-да. Да ебать, что это нахуй такое происходит, блядь? Нет, тебе это кажется. Нет, мне кажется, твоя жопа все больше и больше становится. Да ладно. Она увеличивается. Ой, бля. Да, это хорошо. Ебать, эта бэха наваливает, я рот ебал. Бля. Да, парень. Слабенько. Вот как я тогда, чисто поле. По прямой у тебя быстрее машина. Капец, не мощи, блядь. Этот раз я не допущу второй раз эту Прямо там знатно в этот пердак подгорает, там из плотной трубы там только. Блять! От шестого места. Ты за проедешь. Ты что там творишь? Давай там газ убавь. Называется выражение проеду через твой труп. Он тебе убил. Ох ты ебать! Пиздец. Так, давай там на газюлю не жми. Да, дрова, блядь. Газюльку вообще в пол поплю, а спалю. Вот я ж негодяй. Меня пройдёшь ты мне так. Давай, родная. Блядь, на последнем кругу, сука, блядь. Правильно, нехрена так газовать. Я бы тебя уже погнал, да что ты говоришь? Надо меня обрять, обгонять! О, да, да. Конец, ошибочка. Иди. Ты засадец. Чего ты догонишь? Я тоже думаю, вряд ли уже последний круг, если только я опять на той прямой не попаду. Блять, за третье место вообще весело. Слушай, весело, блин. Веселая гонка. Воу-в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 оу-
Блять, третье место охуенное было. У кого третье место было? У нас за шестое такая борьба, что... А, за третье место битва с тобой? За третье место было вообще весело. Ну да, нормально было. Блять, жопу в жопу нахуй. Я там тупанул, блядь. А погнал этот гатинг? Блин, еще чуть-чуть не тормознул бы, там второй кто-то ошибся, советник, что ли, не понял, блядь. Да, я там въебался, короче, блядь. Я бы, если бы не тормознул бы, глядишь, и вторым приехал бы, блядь. Нам не дали гонку доехать из-за того, что вы слишком быстро ездите. Нам просто время кончилось, не дали до трассы до конца доехать. Да вообще... Слушайте, ну у вас там свое веселье, хули, чего я... У нас своя битва, так что... Пожать, чего у вас была? Война и мир, блядь. Так, ну что можно сказать? Диман, смотри, я, блядь, свой 11 нахуй доехал. Чистое время. Ну мы считаем по очкам, поэтому о победителе еще речь рано, да? Ну да, можно. Так, ну что, теперь Нюрбургринг, ёпта. Идите все ссыте там, кто хотел, короче, блядь. Вот эту КТМ грыбанула скорость. Димон, ну скажи откровенно, нежданчик, блядь. Поехали, ёпта. Я ожидал, что будет сложно. Я знал, что как минимум два человека будут пиздато ездить. Да, это конечно же мы. Естественно. Они там вообще не рулят. Это у нас там битва. Для меня сюрприз. Павлик вообще, он там, блин. Мы специально вперед отпускаем, чтобы они нам не мешались там. А, ну естественно, конечно. Даже вообще без вопросов. А то еще будут там перед колесами мешаться, мелькать-то. Так, поиграем. Так, а что у вас, перерыв что ли? Че, я курить? Да, 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 идите курите. Минут 7 спокойно, чтобы, блять, потому что это уже вообще... Какой нахуй 7 минут? Что, дурак что ли, блядь, а? 2 минуты и все. 2 минуты тебе хватит и поссать, и, не знаю, там, по Шаланде какой-нибудь сходить там к соседке, что ли, блядь. Хуя себе 15 минут для этой трассы, блядь, так это надо быть, ебать, ракетой. Не, ну короче, у меня третье место, хули, можно... Можно не ехать уже, блядь. Че, едем? Сейчас покурим, короче, слышишь? Тут пацаны он курить пошли, я сейчас в сортир сбегаю. О, у нас есть шанс приехать первым. Да, точно, так что надо откачку-то их этот, опокинуть. Ну, прикольно сейчас Ферус добавил тебе в друзья, посмотрим твои времена, блин. Да, посмотри в А-классе, посмотри в А-классе, посмотри в... А я только в А-классе. Только в А-классе. А, только в А-классе? Да, а да. Я вот как бы, ну, таких на высоких классах. Угу. Я вот в А-классе, вон сколько, неделю, наверное, катаюсь, как увидел вот эту вот штуку, ну, угу. Как его, турнир. Виталик кинул мне, думаю, попробую. Ну, да. Покатался. Ну, прикольно. Хорошо то, что народ есть, потому что, наверное, все знаете группу ВКонтакте, да, Forza Motorsport 6, Forza World, или как так она называется. Не, но не там, там 11 000 участников. 11 000 участников. Это очень много. Я как-то раз пытался собрать хотя бы 8 человек, чтобы поиграть в турнир. Ни одного не откликнулось. Ну зато Forza Horizon, фотографы все. Вообще супер. Да хули ты хотел? 250 рублей люди зажали. Лучше они пломбир купят, слышишь, блядь. Чем Форзу погоняют. Какой там 250 рублей? За бесплатно я пытался это все устроить, да, как бы, ну просто как бы, ну, спортивный интерес. Как, что такое гонки? Гонки это спорт, да, спортивный интерес. Дикари какие-то. На самом деле деньги еще обязывают человека гоняться. Он ему будет жалко своих денег, и он придет и не пропустит гонку, блядь. Вот честно говоря, я думал, то, что я сегодня проиграю. Вот, но я пришел сюда, как бы, опять же, не с целью того, то, что выигрыш, не выигрыш, там... Да, интересно играть, конечно, это... Да, то, что есть стабильное количество людей, с которыми я буду соперничать. Ну, конечно, да. Вот, ну, а вот это вот, как бы... Конечно, хотел побольше.
такой, типа, масштаб Лимана, что 8 там LMP1 ездили, а 8 GT2, да, и по уровню мастерства водителей подбирать. Вот было бы круто, но это, конечно же, из области фантастики. Да, у нас-то точно, за границей они там, небось, скооперируются как-то, блин. Астра пишет на сайте, как к вам добавиться. Ну, он писал еще час назад, там время посмотри. Да, да. Ну что, начинаете? Нет, сколько можно ждать? Я не знаю, что они там делают. Вы готовы? Короче, у меня на стриме говорят, что мы с Вейвом чемпионы, а вы все остальные все нубы. Согласен полностью с ребятами. Полностью. Бля, сейчас сколько? 20 минут. Ебать не будет. Так. 15 минут максимум. Ну пока, 9 минут. 7-15. А я забыл, иди отсюда нахуй, от Xbox отойди. Это 9. Да там, чё, да, какая разница. Мальчишка там еще есть один, хорошо ездит. Азот Промо, знаете такого? Нет. Вот он не успел сегодня, вот он, ну... Неплохо ездить тоже. Он у тебя в друзьях? Да, да, есть. Ну я там поковыряюсь. Так, Паша, ты там готов или что? Я люблю времена, что были. Ну вот я тоже, я сам так онлайн не катаюсь, это как бы, ну, в этих. А вот именно соревнования соперников в классах, ну, да. Чтобы побить что-то время, да, вот это вот не нравится. Прикольно. Что, советник, ты один остался? Да, все, едем. Есть. Удачи. Есть такой скиллшот. Не видел его, он. Вески катается в основном. Нет. Он вообще монстр, блядь. А в четвертую форзу кто играл? Да, все, походу. А ты знаешь Соника? Да, знаю. Вот это нормальный тип, да? Ну, как? Форзе, блядь. Ну, слава, в принципе, вам, такого моего уровня. В четвертой, в третьей мы с ним гоняли. Он по лидербордам там подтягивает, а в онлайне он не так быстро ездит. А, ну онлайн я не знаю, я его вообще, он для меня был недосягаем всегда. Ну на, на лидербордных, да, а так это самое. В онлайне, в принципе, мы с ним держались. Пец трасса, ё-моё, блин. Нормально. Все перекрестились. Это как раз трасса, наверное, пол Германии занимает. Вот этот геморрой. Всего лишь один Нюрнберг. Все. Вперед. А тишина сразу в эфире. Тишина в эфире, блядь. Я первый стартанул, что ли? Хоть 10 секунд побыть чем-то машину испоганили, кто-то железяку мне в салон воткнули. Форма закрывает. Ой. И как игра начинается, так ваш чат вообще что-то тихо слышно. Движка просто перекрывает все. Как ни странно, я на пятом. Еще я даже от основной группы даже еще не оторвался. Ты вообще красавчик. Я сейчас догоню кого-нибудь. Эти прямо в харю. Давайте, ребят, догоняйте меня, как будет поинтереснее будет ездить. Что за...
дома их. Какая-то низенькая. Бля, как меня никто не обогнал. Да ё-моё! Раз, как здорово. Паник, ну тут чё ты вообще сделал? Да, зуб отключил. И растёт изи. Сделай ты, сука, ошибку, блядь, едешь там, сука, сзади, блядь. Поджидаю. Да, я чувствую, Диман там потеет, точно не зло. Да, пиздец. Сам нахуй въебался. Молодец. Ловил. Что мое? Я все же тоже. Не будет меня больше. Если ты так, то еще как быть? Это я пока не фигня. Эй, я меня только что обогнали. Ну что, сразу я тебя еще не догнал, так что еще ничего потерял. Еще есть шанс занять. Посмотри, как ярко. Я тоже нервничать начал, я уже вижу. Конечно, шикарно. Вижу под капли пота на его лице, блин. Давай, родной.
Ебалый рот, такие чемпионаты нахуй. Это пиздец. Я походу с этим джойстиком буду спать, потому что у меня руки так в него впились, блядь. Мама, видать, сильно деньги нужны. А я вообще на расслабоне. Машина ни хрена не едет. Уже я вместо 98-го по ошибке 92-м забрал. А я вот вообще пытаюсь догнать, я там вообще весь вспотел уже. Здесь чуть язык выскальзывает. Да у меня, по-моему, даже волосы, блядь, вспотели нахуй. На голове, блядь. Я уточню. Дед ступил нахуй, ебанися. Она вообще, наверное, там вспотела еще похлеще, чем шлюха в порнофильме. Иди со мной, что ты не отвечаешь-то? Я тебя не слышу, блядь. Так не слышишь, потому что отвечает. Москва, Владивосток, Москва. Я еще пока от пятого не отстал. Догоните там кто-нибудь Ферроса, въебите его, пожалуйста, блядь. За турбину его там возьмите и раскачайте, блядь. Мана подгорает, знатно подгорает. Конечно, механика, надо учиться ей. Хули я так первый, блядь, круг не ехал, как сейчас, блядь, дебил. Там уже на полкруга отстал там. Ага. Ну что сказать, это для хардкора больше. Люблю крыть. Я чуть не сам вообще не слышал. Они как специально это солнце поставили, как для самых крутой поворот. Да.
Ё-моё! Ровно на месте. Да я. Слишком это. Переиграл, короче. Как переиграл. Может быть, перенапрягся? Стой, блядь! Ёбаный в рот! Кто-то тоже ошибся, походу. Реально притормозил, наверное. Блять, миллиметр нахуй задел эту ёбаную траву, сука! Да что ж за хуйня такая, блять? Ёбаный в рот! Он агроном. Точно, вспомнил, как это зовут. Приехать. Ну, хватит. Синхронно прям едет. Какой жесткий вообще. Давай, обходи. В шляпе, конечно, нифига не весело, а трасса потеешь как сушка. Да, веселого здесь мало, блядь. Что-то я тут язык решил. На полкорпус. Кончится когда? Нет, я хочу уже зафиксировать свой этап. Как он же закончился, блин, я вообще заел. Я уже все поплыл, короче. Да, блять. Глазами лезли.
Ай! Ё-моё, всё. Я ждал. Я уже всё поплыл. Нет, товарищ, это перебить. Поплыл, да. Ладно, не тормозили. Есть, сука, блядь. Советник, спасибо тебе. Ага. Тебе хорошо, спасибо, блядь. Проебал, блядь, сука, всю хуйню, блядь, пиздец. На первой трассе въебался, как дебил, блядь. Там нахуй тупанул. А, олень. Кто победил такой? Нет. Советник. Советник победил? Блин, ну ё-моё, всё, день поднял. Не, ну гонку всю победил не я. Ну, трассу так, победитель туда. Фероус. Блядь, не второе хватило, место, сука. Советник. Третье место, Дмут. Да, жестко, жестко. Ребята, с такими играми, блин. Пизда-то весело было, весело. Бля, ну так на первый можно килограмма на полтора схуднуть. Средник второе, да, в итоге? Блин, я похудел нахуй на 5 килограмм, блядь. Я тоже. Фух, блядь, вообще. Так, надо сейчас не забыть записать, сохранить повторение. Забудь, не забудь. Как ты просрал, не забудь. Короче, две трассы я забыл записать с перепугу, короче, и три записал. А Фероус где-то ошибся. Да я там разложился вообще по жесткой. А то по времени-то, конечно. Так я тоже разложился там, короче, сначала на первом кругу один раз, блядь, и потом на втором кругу три раза, блядь. Олень. Я прям на первом кругу, прям, можно сказать, перед самой длинной прямой разложился. И вот на втором кругу там тоже это по огородам дал разок другой. Так, что? Давайте попрощаемся с нашими радиослушателями. Сейчас на этом запись заканчиваю и потом еще обсудим все. Давайте, всем пока и до скорых встреч. Счастливо. На этом Сент Радио с вами прощается и до скорых встреч.